нашей сегодняшней встречи это является как бы обмен мнениями, опытом по организации отдыха, оздоровления как наших граждан, так и отдельно категории именно детей и, наверное, ветеранов тоже, да? То есть, ну, и также рассказать о том, что делается у нас, и как мы можем вот именно в этой сфере взаимодействовать и проводить обмен опытом, обмен делегациями и организовывать процесс отдыха, оздоровления наших граждан. Спасибо большое, что вы смогли собраться, выслушать нас и сенатору серебряные ключи. Ему в этом году исполнится 45 лет. И мы активно работаем, очень интересна у нас программа. Мы вообще в офисе санатория общетерапевтический. Мы принимаем на санаторно-курортное лечение людей с заболеваниями органов дыхания, органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, неврологическое профиля. Кроме того, работают практически все врачи-специалисты узкого профиля. Это врач-эндокринолог, дерматолог, работает стоматолог, акушер-гинеколог, невролог. Практически очень большая лечебная активность, очень начинаем сотрудничать с гражданами Российской Федерации. Но в основном это большие центры России, это Санкт-Петербург, это Москва. Ну, приезжают из Камчатки и не сразу приезжают в Россию. И наше руководство города высказало пожелание, почему бы нам работать с нашими городами-побратимами, такими, в том числе такими, как Кингисеппе, почему-то не выбрали вас в первую очередь. А в плане сотрудничества и в области санаторно-курортного лечения. И вы узнаете нас с самой хорошей стороны. И абсолютно уверена в том, что никто из вас не уедет неудовлетворенным и без хорошего настроения. Мы хорошие дети. Работаем мы не только со взрослыми, работаем мы с детьми на протяжении, вы, наверное, знаете, что после глобального Чехмарийского леса у нас в Республике Беларусь президентская программа работает в Чернобыле, и мы принимаем в санатории группу детей, пострадавших от аварии на Чехмарийского леса. Глава, наш руководитель Виктор Ильич Гершель, он всегда относится к такому взаимодействию и таким встречам, тем более тогда, когда это будет уже и в плане оздоровления, и в плане организации досуга, это всегда сближает еще в большей степени. Тем более на территории нашего района расположено 22 пункта населенных, которые попадают в зону последствий Чернобыльской АЭС. И, соответственно, здесь присутствует заместитель председателя комитета социальной защиты. Мы в этом направлении, думаю, найдем взаимодействие полное, тем более вы предлагаете именно по этой специфике, скажем так, оздоровление для людей. И второй момент, который нас интересовал, это, конечно, организация, возможно, профильного лагеря по обмену детскими делегациями. Это будет очень интересно, тем более у нас есть уже опыт в этом направлении. И всегда интересно, когда то, что развивает наших детей и встречи и обмен делегациями, как раз таки на территории вашего санатория, в том числе дети оздоровляться в этот период, будет, в общем-то, принимается предложение, будет обязательно рассмотрено, в ближайшее время проработано, и, значит, я думаю, что мы это все реализуем.